Один из 12 великих праздников Русской Православной Церкви – Успение Пресвятой Богородицы. Сегодняшнее утро в храмах Анапы началось с божественной литургии и молебна перед плащаницей Девы Марии. Праздник знаменует окончание земной жизни Божьей Матери. Его название происходит от слова «уснуть». Христиане верят, что, оставив землю, Дева Мария не перестала просить перед Сыном за мир и Церковь. Традиционно со всеми православными праздниками связаны какие-то приметы. Так считается, что с Успения солнце засыпает. Время с 28 августа по 11 сентября называют молодым бабьим летом.